Кадетский класс юных спасателей открылся в селе Жансугуров Аксуского района. Торжественное мероприятие приурочили к юбилею суверенитета страны. Семиклассники средней школы имени Садыкова надели военную форму и приступили к занятиям по особой программе. Теперь у этих ребят все по-взрослому. Сегодня их принимают в кадеты. Жизнь начнется по уставу и по совести. Желающих попасть в этот класс было немало, но отобрали самых лучших и целеустремленных. Для них сотрудники ДЧС Алматинской области провели ознакомительную работу по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, для того, чтобы подготовить детей к возможным нестандартным ситуациям. Я учусь в классе юных курсантов-спасателей. И в этой форме я хочу достичь многого. Например, защитить свою страну и быть его патриотом. Спасибо всем, кто участвовал в открытии этого класса и открыли путь к моей мечте. В ходе праздничного мероприятия была организована демонстрация торжественного шествия и тактических упражнений по боевому развертыванию пожарного автомобиля. А яркая концертная программа доставила радость зрителям. В свою очередь, сотрудники ДЧС Алматинской области организована выставка пожарной техники, спасательного, водолазного и альпинистского оборудования. Взору собравшихся представили и медицинский автомобиль трассового медика спасательного пункта. Помимо профессиональной техники, брандмейстеры продемонстрировали элементы оказания первой помощи пострадавшим во время предполагаемого дорожно-транспортного происшествия. С 2019 года у нас в Вилийском районе, в поселке Утеген-Батыр, были открыты 3 класса кадетских. Сегодня первый класс открывается в поселке Жансугурова в средней школе имени Садыкова. Данные мероприятия, они поддерживаются акиматом районов, родительским составом, а также преподавательским коллективом. Отметим, первый в Казахстане кадетский класс был открыт именно в Алматинской области. Отрадно, что уже со школьной скамьи дети решили связать свою судьбу с благородной профессией, отмечают сотрудники спасательной службы. Мадина Несбек, Мади Байбосынов, телеканал ЖТСУ.